Йоу, здравствуйте, это канал Васимадзе, и... Уже фиг знает, какая серия по модному летсплею. Да, и сегодня я буду изучать этот зимний биом, продолжать. О, обалдеть, я нашел морозные хрени. Я нашел летающие паутинки, короче. Вот из них, я помню, они кидаются шарами какими-то. У них 50 хп, и я с них и полезные ресурсы выпадают. Ну как, ледяные осколки из них упадают. Но тоже полезно. Пригодятся, и нельзя их убрасывать все-таки. Куда летишь? А ну стой! Так, как делать раздатчик? Объясни, пожалуйста. Ну найди, посмотри, как крафтить его. Я не помню. С них еще помидорки выпадают. Я не знаю, как, каким образом, какого фига с них помидорки вообще выпадают. Как это может быть? О, этот, ну хоть этот не исчез. Так, булыжник, лук и камень. Ага, понятно. Так, лук у меня есть. Валяется со скелета. Редстоун и булыжник у меня тоже есть. Редстоун у меня тоже есть. Ну-ка. Булыжник осталось взять с карьера, сходить. Ледяной камень делается из 9 таких осколков. Значит, уже 9 осколков. На один камушек уже хватает осколков. Надо продолжить карьер. Разыскивать этих опять монстров. Опять горючка кончилась. Что ж ты будешь делать, когда горючка кончается? Что ж такое? А, это кролик. Что ж ты будешь делать? Причем маленький кролик. Скелет, это скелет умерший, видимо. Так, мне надо снова полететь. Я лечу быстро. Так, все, мы это взяли. Так, еще бы найти таких. О, вот, вот он, Глакон. Ой, мне надо человеком стать сначала. А то он меня сейчас, убьет. Даже глазом не успею моргнуть. Раз, два, три, а ну стой! Четыре. Сдавайся! Вот так и вот так. И... Чё ты не раскладываешься? Блин, не успел добить. Не дай бог, он сейчас опять исчезнет. А чё за фигня? Почему он так он не работает? Отлично. И с него сколько? С него выпало еще 4 таких осколка. В версии 1.4.7 я вот играл. С них сразу выпадали эти алмазы, а не осколки, по-моему. Вроде бы. Кстати, я точку-то на зимний биом не указал. Нужно указать. Так. Винтер. Так, надо это делать там быстренько. А чё не поставилось? Вот, другое дело. Продолжаем монстров искать. Если сейчас снизу стерну надо поставлю, бы, надо бы на... Чтобы... Сделать меч, так, на который 10 урона, надо 18 таких осколков набрать. У меня есть топор на 10 урона, зачем мне меч на 10 урона, если у меня топор? Топор, кстати, топор реально мобом сносит столько урона? Да. А, блин, я им пользуюсь сейчас. Ну, все равно насобираю. Надо взлететь снова. Я ничего так не вижу. Так, значит, сюда цистерны я буду составлять. Где же эти паутинки-то летающие? Так, окей. Значит, надо они издают звук, такие же звуки, как у ифрита.
Так, вот Ну, интересно, что видишь, ты делает опять песок в перегрелся. зимнем биоме? Что это? Так, и Видимо. здесь... О, еще два таких глакона здесь. Надо убить Вот еще обоих, булыжник. желательно. Испытаем топор. Десять хп снимает. Обалдеть, он мощный. Так, еще одного убить надо. Так, что я хотел? Ведра, где ведра, блин, у меня, а? Зарядка заканчивается уже почти у этого. Ты если сможешь, то принеси потом это этих нефти, а то у нас нефти нема в ашпе. Я другим делом занят сейчас, извини. Убит глакон. Блин, я опять в блоке. Заспанился. Почему я возрождаюсь и застреваю в блоке? Какого фига? Сейчас опять... А, нет, сейчас не заспал. Блоки. Блин, а действительно топор этот предназначен для боя. Ну и деревья рубить тоже, видимо, можно. Ну да, я им рублю деревья и в бою участвую. Много Уф, функциональная молодец. вещица. Хочу сказать Отлично. вам, Так, на один меч товарищ. уже хватает осколков. Прямо сейчас сделаю его. Так, это великолепно. Раз. Отлично. Два ледяных алмаза. О, вот, замечательно. Наконец-то у меня есть офигенный меч. Конечно, хотелось бы с адских пауков понасобирать таких, понасобирать осколков этих, но их очень трудно убить, они очень больно бьются. А когда умираешь в аду, тебя в обычное измерение телепортируют обратно. И это не по нраву мне, конечно. Ой, хотелось бы продолжить полет и джунгли бы еще найти. У меня есть ледяной меч, который 10 хп снимает. Ой. Так, Мощная. почему здесь все горит? Все. Обалдеть, тут пещер сколько. Есть плохая новость. У нас кончился запас топлива. Все. Дожили. В этом мире полно нефти, но у меня нету ведер сейчас с собой никаких. У меня есть ведра. Ну вот, Но я пока займись. занимаюсь тем, что прибираюсь. А я пока сундуки разбираю. Мне не до этого. Еще деревня одна. Боже. Может быть, Это здесь что? будет это, картошка еще. Картошка О, вот есть. этот сундук уже разгружен. Уже неплохо. Картошка, 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 Это картошка. сюда, сюда. Картошка, 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 картошка. Картошка, картошка, короче. Так, как сделать тик-так механизм? Объясняй мне. Тик-так механизм. Угу. Это что такое? Так, понятно, ладно, сам, значит, скрафчу его. Я не знаю, что такое тик-так механизм. Ну, как тебе объяснить-то? Часы. Для редстоуна очень полезная штукенция. Компаратор, повторитель. Компараторы по не по-моему, на повторителях эта схема строится, по-моему. Вот так. Ой, сюда вот это можно еще свалить. Хорошо, что не Вот пришлось так еще бегать можно домой за... сделать. Ой, тут следующая часть зимнего биома, что ли? Порох еще есть у нас. Надеюсь, тут будут Зелья еще есть. монстры эти. О, супчик из Минотавра есть. Да, я добыл. А, нет, ты добыл. Я тоже добывал его. Так, а теперь внимание. Стоп, это тот же. Я обратно вернулся в этот биом. Не в ту сторону пошел. Мощно.
Только ты так можешь, да? Я думал, это следующий зимний биом внезапно пошел. Ну-ка, может, я Внезапно, смогу да? убить краба? Вот из крабов тоже полезные вещи упадают. Так, по-моему. Так, понятно, здесь у нас. А, это король песчаник, да крабов, ну ты нафиг чё? этот песчаник. Ой! Песочек есть. Песочек. Блин, тут динамит. Картина. Шерсть. Летающая фигня, кожа. Стреляющая шарами. И еще и краб вместе с ним на меня идет. Ух! Как греб-то ты сейчас по самой ух. Боже, это просто. Свистит-то она как еще, ё-моё. Из него выпал белый гриб, который нас. Это белый гриб, вы хотите сказать? По текстуре у него как у слезы гаста. Ты, конечно, прости, но я возле твоего дома поставлю сундук, чтобы не путаться между ними. Я туда буду хлам сваливать, который надо будет утилизировать. Блин, там. Очень сложно убить краба этого. Больно бьются крабы. Да блин, почему я в блоке опять? Хлам. Ничего, я его добью. О, стоп, стой, это надо, это не надо, это не надо. Это не надо, это надо. Стоп. А ты можешь снега накопать? Снежков, пожалуйста, не накопай. Я тут с крабом сражаюсь, с большим. Я говорю, как сможешь. Я не требую тебя прям быстросрочно из-за вчера. Отлично. И с него выпало водяные Ничего. Гранулы какие-то. А, и клешня краба одна выпала. Что-то есть можно? По сути, не знаю. Что-то выбросить опять надо, землю выброшу, не нужна мне она. И белый гриб этот тоже нафиг не нужен. Который, у которого текстура слизи гаста. Нет. Из клешни краба можно какой-то меч тоже сделать. Боже. Только их как надо это очень сложно. Много. Только не их очень много как это сложно надо добыть. Чтобы этот хлам разобрать. О, еще она. Такая фигня летающая. Так, что-то менее важно, я буду откладывать вот этот дальний сундук. В полете убивать-то и легче. Это мне тоже не надо, это не надо. Глакон, глакон. Пора стать человеком. Иначе мне не убить его. Так, пока что расходим то, что мне. Я жрал, мне кажется, и поэтому меня убили. Мне кажется, что ты превращаешься, чтобы не превращаешься, тебя все равно угасят. Махом. Я. О, боже, кто там опять берешься? А в виде птички у меня хп-то в два раза аж меньше. Да ну не нужна мне это. Так, окей. А это что за голова? Это кто такой? Это еще кто такой? Зимогор какой-то. Их два. Ух, сейчас это, короче, скелеты из зимнего биома. Из них выпадает кроличья шкура. А, или это не из них выпало. Может, из них. Кость, ну из них то же самое, что из скелета выпадает. Не надо, вот это тоже. Только вот не они очень стрельбой надо. Замедление вызывают. Я буду сваливать все, что мне не очень надо. Правильно. Тебе сюда. Ладно, пока будем сейчас. Сколько? Сюда 5 секунд еще замедления осталось. Да ладно, сейчас проще делаем. Так, это тот же домик или опять тот же самый? Да блин, это тот же опять, ё-моё. Еще Макс, зимогор один. Ты по компасу начни ориентироваться, чтобы не попадать туда обратно. У меня нет компаса. О, боже. Я имею в виду компас, который у тебя картой является. Карта. Ё-моё. Карта и да. А, точно. Кстати, Боже. С этой мини-картой компас-то и не нужен. Я тебе про что и говорю. Только ты до этого не допер сначала. Я чуть не обратил внимания, что здесь показывается север, запад, восток, юг. Не знаю, я с самого начала обратил на это внимание еще.
Чё, будем спать? Ну да, наверное, сейчас я Давай, только... давай, давай. Так, что я Давай, бегу в пожалуйста, давай. дом? Нам бы лазурита бы не помешало побольше. Да, сколько ты это будешь напоминать уже, я помню. А, сейчас погоди, трансформируюсь обратно. Давай, давай, давай. В себя любимого. Себя любимого его. Боже. Давай, давай. Как долго листать? Давай, 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 пожалуйста, спи. Сплю. Макс убит. Вот чисто чат, это, конечно, Глакон, 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 король крабов, Глакон и Ну прочие. да. Весело живешь. Так, зимогоры тоже умирают. Днем. Так, дальше тоже вода идет, и, видимо, там дальше пойдут островки. О, вообще хорошо, кактусы Пора почти взлететь. выросли. О, я нашел кита. 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 Но у него всего лишь 10 хп, и с него... Ай, все на самое дно упало, я туда не полезу. Опять король крабов. Три короля крабов тут, блин. Они же меня отмудохают, я даже глазом не успею моргнуть. Отмудохают. Ну да. Ничего, это я не сказал. Ну да. Обалдеть, пещеры тут вообще. Сколько тут пещера. А я хочу джунгли Пещера. найти. О, Глакон. Еще одного бы убить, и тогда хватит еще на один меч такой. Так, где у меня... А, и я в локе сразу же застреваю. Иди сюда. Молодец. Тут так можешь только ты, мне кажется. О, он даже ни разу не попал по мне. Молодец. Сопротивляешься. Сопротивляйся. Не ударил. А с этим не Блин. повезло. И опять Да он уж. исчез. Почему они все исчезают, а? Ну и ладно. Еще на один меч осколков хватает уже. Тебе тоже меч-то сделаю потом. А тот адский меч, который поджигает, слишком дорогой меч. Слишком Мне бы дорог. меч, который ХП восстанавливает, вот этот бы мне такой бы меч Да, вообще но бы идеально. он менее дорогой, кстати, чем меч, который обжигает. Да сколько же Потому тут? что меч тут кончился. Обалдеть, тут пещер сколько, обалдеть, сокровищ накопать можно. Вот и копай. Да, но я бы хотел Только найти джунгли. Обалдеть, сколько кто-то тут из этих нас сидит и глаконов, занимается. ё-моё. Кто-то занимается чем-то интересным. Я отправляюсь искать джунгли, и тут еще пещера есть. Ой, сколько же тут их, Надеюсь, ё-моё. хватит сейчас. Иди в жопу. О, еще один домик. И это, Ты кому? вот этот домик точно не тот же, это прям очевидно. Кирпич забирай и тащи Нет, сюда. это не, это я не про Ты тот говори. домик говорю, я говорю про домик в зимнем биоме. Раз уж я тут, то украду отсюда кровать. Еще одну. Ой, в этом домике Глакон живет. Ну как живет? Я только что заходил Сейчас в нем смотрю. его не было, сейчас он туда зашел. Ладно, придется бросить вызов ему, что поделать. Ну, сейчас Макса гребет опять люлей. Нет. Что-то выкинуть надо. Что нет? Не огреб. Не гребешь, что ли, люлей? Эх. Так, снова становлюсь вороной и полетели. Нас Я за ждут ифриты джунгли. летаю. Меня ждут джунгли. Я ни разу не встретил эндерменов, пока тут летал.
И это не очень-то радует. Надо бы... Глаза дракона... Обалдеть. Еще одна пещера, очень глубокая. Так, ладно, пока продолжаем дальше. Тут ущелье прям Давай глубокое, разбираемся. вообще жесть. Глаконов сколько тут этих ледяных, ё-моё. А ты как хотел? Ну, может, все так Зимний легко будет? биом. Да заткнитесь, ё-моё. Свистите. Денег не будет. Так. Вылетели из зимнего биома, попал в биом темных деревьев. Мощно. Еще И надо. огромным болотом. О, о, я нашел дом ведьмы. Я пока здесь временно начинаю вещи разбирать. Ведьма убьет ведьму. Сюда. Ой, это надо. Сюда. Вот ты придешь, давай будем вместе разбирать сундуки. Потому что я сейчас пока их складываю в одно место. Ресурсы. Так, Будем что бы разбирать выбросить? Да мне, вместе. короче, стрелы эти. А ты не хочешь это ресурсы на склад перенести тоже? Я не могу, я не дома же сейчас. Не, я просто спрашиваю, вдруг Пока нет. хочешь? А то только мои, мне кажется, мы будем Ну пилить да. сидеть ресурсы. И у меня все по своим пока лежит сундукам. Чё-то, ой, как же Да карта мне пока, медленно блин, вообще. погружается, У меня куча всякого барахла просто здесь. Три двойных сундука всякого барахла. И алмазы, и все подряд, блин. Ё-моё. У меня есть. не матерись, не материться. Я говорю, ё-моё. Все подряд. О, консервные банки, их есть. Можно? Нет, вопрос. Хрен с ними. Хрен с этими Фигня. домами. Один раз тапнул, 5 банок вообще нифига не восстановили. Фигня. Да. Окей. Где-то есть еда еще была. Вот суп из Минотавра. Пофигу. Пещер тут просто дофига. Но джунгли я так и не могу встретить. Но мы когда-то во Так. время всего этого летсплея джунгли мы точно где-то встречали, по-моему. Значит, они где-то есть в этом мире все же. Вопрос. Где дуб? Мне надо. Нашел. Я Повсюду создам, значит, много дуб табличек. повсюду у нас есть. Так, тут целый еловый Создам лес табличек, значит. здоровенный. Помню, как я долго не мог в самом начале найти еловые деревья, а тут вообще их, да, целый лес. Так, это у меня там, по-моему, земля, если я правильно помню. Готово. Но Все верно. джунгли до А, сих пор не блин, попадаются. промазал. Во. И Лыжник. тропический лес хочу я найти. Земля. Ой. Так, окей. Опять го, Ага, опять далее горы. идем. Руды. Так, ладно, руды. Темный дуб повсюду А, здесь растет. про... А где же джунгли-то? Прочие. В этой серии постараюсь я джунгли найти. В Нет, прошлой серии же нет. нашел зимний биом. Позапрошлой даже. В конце позапрошлой даже, по-моему. Нет, прошлой. Прошлой, прошлой серии, господи, я что-то... Зи. Опять зимний биом. Зи. Т. Опять...
И тут опять глаконы, естественно. Андезит, потом кто есть? Погоди, андезит. Белый, как он называется? Диорит. Да. Здесь будет тогда. Ты говоришь снега накопать, а снег зачем? Зачем снег ты просил накопать, кстати? Я хочу одну турель из снеговиков сделать. Они будут стоять в одном месте, накрытые крышей. И когда они увидят моба, они его будут тупо атаковать. Будет такая турель на столбе снежная стоять, и все. Очень красиво, хочу попробовать. Да. Не, ну согласись, прикольная идея, да? Ну, может быть, не знаю. Не особо представляю. Так, пока что гранит. Я пока заинтересован в том, чтобы джунгли найти. Вот. До сих пор пока не попадаются. Опять я в зимний биом какой-то попал. Гравий. Гравий, блин. Обалдеть, сколько тут еловых деревьев. Я пока здесь начинаю прибирать аккуратно по сундукам все ресурсы. Надо все-таки прибираться. Гравий. Вот сюда его. Весь гравий. Все, что у нас есть. У нас гравия очень мало, кстати. Так, руды это не сюда. Так, гранит. Грызть гранит науки. Я не знаю, надо. Сильно ли нам гравий вообще нужен. Да он, блин, есть просто как факт того, что он есть, я его сейчас сохраню. Из него кремний разве что можно только плавно выкапывать. Я под него сундук выделил. Поверь, склад огромный, пусть будет. Пока что. Потом надо будет хлам еще какой-нибудь сделать. Ой, как подлагивать начинает. Ого, лава какая тут вытекла. Устранить надо это дело. Ну не лагай ты, пожалуйста, ё-моё. Что-то в одном месте лава светится, в другом не светится. И опять подлагивает. Странно как-то. Так, андезит теперь вот так же. Здесь, значит, с андезитом сделаем мы. Земля гореть начинает, славы. Андезит. Предлагаю либо поспать, либо что-то сделать. Чтобы ночь пропустить. Слушай, а у тебя нет или случайно двух дверей темных? Нет. А? Нет. Я так понимаю, ты вход сделать хочешь себе домой? У тебя тут есть. Я хочу вход на склад сделать. А, ну и тебе домой тоже пора бы еще вход сделать. Да, мне получается 4 двери надо будет. Я первым же делать. Я нет, первым нет. же делом сделал себе там вход в своем доме. Ой, лагает. Лагать уже начинает. А джунгли все так и нету. Я из темного дуба хочу, короче, сделать. Ну пускай будут. Стоп, я же из темного дуба и так строюсь. Ну да. Строил все. На втором и первом этаже окна бы тоже сделать. Если ты прям мои окна и двери, то они пока еще не построены, не переживай ты так за них. Но скоро это все будет. Я переживаю как раз таки из-за того, что они не построены. Так, мне еще надо будет стекло. Дождь пошел. Ай-яй. Дождь пошел. У меня я тоже почувствовал. У тебя не най... Так, ладно, давай это, либо день ставь, либо... Хотя нет. Я поспать могу. Так, ладно, я у тебя переночую. Временно. Потому что я... Не могу идти домой пока что. Не... Интересно, почему уже? Че, спим, нет? Да, я спрашиваю, почему я уже ты сплю. Не можешь... Домой к себе идти. А там... Мобы... Ну вот, надо дом твой от монстров очищать еще.
Где летающие вороны? Точнее, просто вороны. Вороны все ли не летающие, а вороны, что ли, есть? О, сколько тут берез. Это березовый лес. Значит, где-то скоро будет и джунгли. Наверняка. Надеюсь. А то я уже задолбался искать их. Всю серию летаем и летаем, блин. Летаю и летаю. Посматривая на то, как это все еще Летучка ты. лагает. Удивляя, и каждый раз удивляясь Где же тому, как же камень? много пещер тут. Повсюду. Надо ресурсы собирать. Это да, но мне хотелось бы найти ресурсы в джунглях. В джунглях тоже много чего полезное можно найти. Мне, кстати, за эфрита так Деревни. прикалывает слетать. Сколько я уже деревни нашел. Не за эфирита, кстати, прикольно летать. Ну да, а я за ворону летаю. Потому что рискую, вдруг дождь пойдет, я умирать начну. Не знаю, я как-то вот спокойнее к этому отношусь, к всему. Ну да. Блин, как бесит, когда лагает. Minecraft Windows 10 Edition лагает Ура. куда меньше. Windows Edition. Windows 10 Edition. Edition. Да. А мы играем на Майнкрафте Java Edition. Так, все, Java. опять конец, Java. опять вода. Ты что, джунгли ходишь и ищешь до сих пор? Ну да, до сих пор не нашел я джунгли. Боже, И вот у меня дико лагает. лагает из-за того, что у тебя там все лагает. У тебя тоже от этого лагает? Не поверишь, сервер-то твой. Сожалею. Карта прогружается постоянно и лагает. Да что ж такое, ну я уже задолбался это терпеть. Ой, как подвисает. Оно вот, оно каждую секунду так будет. Так, если я домой тпшнусь. Мне оно даже в меню лагает. А чего Ну, у тебя ёж. лагает? Ты там мир пытаешься У погрузить? меня просто каждую секунду лагает вообще в любом месте. Потому что ты мир прогружаешь в огромном количестве сейчас. Короче, я предлагаю на этом закончить серию и перезайти в игру нам обоим. Или мне, по крайней мере. О, ведьма умирает. Ведьма умирает. В кактусах у меня. Умерла ведьма. Все, перестала лагать. Перестала. Перестала лагать. Можно продолжить Меня искать джунгли. крипер подорвал. А, нет, снова лагает. Может, закончим серию хотя бы, не? Да. Снова лагать начала. Ладно, на сегодня все. Давайте закончим. С вас подписывайтесь на нас эпичные видосы. Попробуем все-таки в следующей серии джунгли найти. И надо бы эндеров уже Эх. искать потихоньку, реально. Чего-то маловато их. Ладно. Подписывайтесь на стримерский канал, логовый канал, спадюку ВКонтакте и всем. Пока.